о которой боятся некоторые размышлять, не то что говорить, а другие ожидают этого. И проповедь сегодня будет называться «Он обязательно придет». Он обязательно придет. Мы с вами живем в такое время, когда не знаешь, чего ожидать не то что завтра, а сегодня. Мы ожидаем кто-то хорошего, кто-то поганого, и мы живем в каких-то постоянных стрессах. Господь, Бог Всемогущий говорил нам о том, что однажды все прекратится на земле, и земля перестанет существовать. И опять же мир разделился на два лагеря, одни верят, другие нет. Одни говорят, что все это ерунда, а другие свято верят, потому что это сказал Господь. История, о которой сегодня пойдет речь, произошла на этой земле, в стране, которая ныне называется Израиль, почти 2000 лет назад. Иисус Христос, находясь на горе Елеонской, глядя на город Иерусалим, который тогда еще был израильским и был еще цел, заплакал о том, что грядет на эту страну и на этот народ, и на этот храм, которым он видел. Он плакал не по камням, он плакал о людях, потому что знал, что скоро и Иерусалим, и весь израильский народ, Иерусалим будет разрушен, а народ Израиля кто убит, а кто разослан. И ученики спросили у него: Иисус, а когда же будет конец всему этому? Когда же будет конец света? Другими словами, простите меня за такое, но они у него так и спросили: когда же все это будет? И вот Иисус Христос, обращаясь к своим ученикам, говорит следующее. Евангелие от Матфея, 24 глава, 3 стих. «Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?» Здесь я остановлюсь. Современного человека интересует тот же вопрос – а когда же он будет, конец света, о котором вы проповедуете в церквях? Когда же он будет, ведь его издавна ждут, но он до сих пор не наступил. Это говорят люди, которые боятся поверить в то, что он будет. А верующие, которые читают Писание, знают, что он будет. И те знают, что этот день настанет. Но вот вопрос, когда? Когда новые приходят в церковь и впервые в жизни берут Библию, или даже люди, которые не ходят в церковь, но дома у них есть Библия, стараются узнать и дать себе ответ на этот вопрос. Когда же он будет? Конец света. И все лезут сразу в Откровение и думают, что там написано год, месяц, число, когда это все наступит. Но не найдя это, понимают, что ничего не понимают, закрывают Библию и на этом все. Сегодня мы поговорим о том, чего одни боятся, а другие ждут. Это второго прихода Иисуса Христа. Хочу сказать в начале проповеди, что этот день обязательно наступит. Этот день обязательно наступит, когда придет конец всему. Иисус Христос говорит своим ученикам о признаках последнего времени. И я не буду сегодня вам зачитывать главу 24, но то, что происходит сегодня на этой земле, никогда не происходило. То, что сейчас беззакония умножились до такой степени, о которой бы моя бабушка даже не могла подозревать, что такое будет сегодня, когда дети абсолютно не уважают своих родителей. Когда появляются болезни, против которых не могут найти современные доценты лекарств, когда войны по всей земле, когда землетрясения повергают в хаос целые народы. Такого никогда не было. Да, были землетрясения и были войны, но не в таких масштабах. Иисус сказал, что это будет как сигнал к тому, что время близится. Иисус Христос, не знал этого времени, но он знал то, что будет ему предвещать. Для того, чтобы рассказать людям, окружающим Иисуса, рассказать и донести до них понятным словом величайшее откровение,
Иисус употреблял притчи. Это старое слово «притча». Современным, наверное, языком это был бы рассказ, повествование или история, которая наглядно повествует то, о чем хочет рассказать рассказчик. Притча. Иисус говорит о том, что когда наступит последний день земли, будет примерно так. И он говорит, если бы знал хозяин дома, что к нему сегодня ночью залезет вор, то наверняка ж бы не спал. Ну или гроши сховал бы, правда? Вот таким он говорит языком простым, чтобы народ мог его услышать. Также он говорит, и день последний на землю придет так, никто не будет его ждать. Следующую притчу сразу за этим он рассказывает о одном человеке, которого хозяин, или будем говорить, богатый домовладелец, на свое, уезжая, оставляет старшим. И этот человек, которого поставили старшим, начинает пить, гулять, веселиться, то есть заниматься всеми непотребствами в надежде, что хозяин не скоро вернется домой, но совершенно неожиданно, как правило бывает, родители вернулись. Да? Мы все были подростками, все, тогда не было телефонов, теперь зато как хорошо. Мои дети звонят, мама, папа, вы скоро будете? Тогда ж такого не было. Так вот, Иисус говорит, что однажды совершенно неожиданно вернулся хозяин, и у этого раба были серьезнейшие проблемы, потому что не выполнил то, чего должен был выполнить. Но я сегодня остановлюсь, дорогие братья и сестры, на одной притче, которую Иисус Христос рассказал своим ученикам. Здесь история про свадьбу. Свадьба в Израиле, она и сегодня, конечно, в современном Израиле она уже немножко трансформировалась, но в населенных пунктах, в деревнях, у них я не помню, как они в Израиле называются, не деревни, а ну, поселки, короче, в старом стиле проходят свадьбы и по сегодняшний день. И Иисус Христос рассказывает своим людям, израильтянам, притчу о том, что свадьба в одном из поселков. Я сейчас прочту вам и дальше продолжу. Итак, история эта записана в Евангелии от Матфея. День этот обязательно придет. И позвольте, я еще одно прочитаю вам место. Евангелие от Матфея 24:36-42. 36-42. В продолжении темы, когда же это все будет? Так готовился, знаете, что пропустил одно из основных мест из Библии. Скажи честно. Ты хочешь знать, когда будет конец света? Мнения разделились. Иисус Христос говорит следующее. «О дне же том и о часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Но как было во дни Ноя, так будет в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни Ноя перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет и в пришествии Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле, один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах, одна берется, а другая оставляется. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Это слова Иисуса Христа. После этого он рассказывает людям притчи. Притча о воре, притча о нерадивом домоправителе. И третью притчу сразу же он им рассказывает про еврейскую свадьбу. Итак, свадьба. Мы слушаем внимательно этот рассказ. Тогда подобно будет Царство Небесное 10 девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них 5 было мудрых и 5 неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масло. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. А как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему!» Тогда встали все девы те и поправили светильники свои.
Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у вас, и у нас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним в брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни часа, в который придет Сын Человеческий». Второй раз в течение буквально нескольких стихов Иисус Христос говорит основное послание: «Бодрствуйте, потому что не знаете, в который час придет Иисус Христос на землю». Другими словами, бодрствуйте, потому что не знаете, когда Бог поставит точку существования всей земли. Это и есть основное послание. Почему же ты, Бог, так любишь людей, но не сказал им, когда это случится? Как бы было просто, правда? Мы с вами знаем, что в 2000 там, таком-то году, в таком-то месяце, в такого-то числа все кончится. Да я же еще успею. Но Бог сделал это специально, чтобы христиане 1 века и 21 ожидали его одинаково. Чтобы люди не расслаблялись, как говорят сейчас, а чтобы бодрствовали, чтобы совершенствовались, чтобы все больше и больше преображались, становясь похожими на Иисуса, освобождались от грехов, становились добрее, становились более любящими, чтобы становились святыми людьми. Притча о свадьбе. Вы знаете, что в Израиле, как я уже говорил, в некоторых поселениях и сегодня, как у нас говорят по старообрядному, проходят такие свадьбы. В чем заключается смысл? Свадьбу гуляют всем селом. И, как правило, жених с одного села, невеста с другого, и ему нужно по горам пройти пешком. Нет, конечно, можно сесть на современный джип и проехаться с красотой. Ну, а у нас, как у украинцев, чем круче машина, тем более состоятельная свадьба. Но там жених идет пешком, и с ним идут его дружки, и с ним идут гости с его стороны. А со стороны невесты, как здесь написано про дев, 10 там их написано, встречают его, этого жениха. И никто не знает, когда он придет. В современном Израиле специально жених приходит ночью, потому что встречающие его люди стоят со светильниками. В то время светильники – это была обычная такая, знаете, емкость, сосуд, из которого торчал фитилек, смоченный внутри маслом, оливковым маслом. И когда поджигаешь этот фитилек, ну, знаете, как старые наши вот эти вот лампады, кто, ну, я думаю, люди более старшего возраста помнят эти дни, керосинки их называли. По этому же принципу работали те лампы. И вот чем больше масла, тем больше горит лампа. Так вот, о чем здесь говорится? О чем говорится в этой притче? Жених, как обычно, опоздал. Хотя обычно опаздывают невесты, ну там, или сестры. А жених опоздал. По какой причине, мы не знаем, да и знать нам не обязательно, но его вышли встречать. Среди встречающих было 10 дев. Библия говорит, что 10, среди 10 было 5 умных, а 5 неразумных. Но ведь до появления жениха никто не мог предположить, кто из них умный, а кто неразумный. Масло всех открыло. Мудрые взяли с собою масло в запас, потому что не знали, когда придет жених, а неразумные не взяли его. И вот когда жених пришел, и сегодня в современном мире точно так же, встречающие его гости, те, кто его встречают, заходят с ним на пир. Те, кто его не встречал, на пир попасть не могут. Неразумные, так как не хватило у них масла, побежали его покупать, и двери были закрыты. Когда они начали проситься, чтобы войти на свадьбу, жених им сказал: «До свидания, я не знаю вас». Иисус говорит, что эта история, она будет как похожа, как будто в дни Ноя. Знаете историю про Ноя? Когда Бог ему открыл, что вся земля утонет, всемирный потоп придет на землю, и поручил ему строить корабль, на котором он может спастись.
Вы думаете, люди, которые окружали Ноя в то время, не спрашивали у него: «Ной, что ты вытворяешь?» И он им говорит: «Я строю корабль, потому что скоро начнется потоп, и все, кто будут не на корабле, погибнут». Люди, окружающие его, имели возможность примкнуть к этому делу, но они не захотели. Они просто не поверили Ною. В современном мире церковь проповедует Иисуса, проповедует людям, что скоро придет всему конец. Но опять же, мир разделился на умных, которые верят этому слову и готовят себя к приходу Иисуса Христа, и на неразумных, которым все равно, которые думают, что они что-то еще успеют в этом мире. Я хочу сегодня говорить к умным, потому что неразумные откроются в день, когда все будет поздно менять. Дверь закрылась, и те, кто остался за бортом, войти не могут. Единственным способом войти на этот пир – это встретить жениха. Вы знаете, в притче говорится о том, что жених пришел ночью. И мы с вами ассоциируем приход этого жениха с приходом Иисуса. Слишком умные могут мне сказать: но когда в Киеве ночь, в Нью-Йорке день. Но это аллегория. Ночь означает совершенно неожиданно, когда все будут спать. И умные, и глупые, все уснули. Разницы между ими не было, когда они спали. Но было у них что-то, разделяющее их, отличающее друг от друга. Внезапность будет. Иисус придет совершенно неожиданно. Как Библия нам говорит, как молния от одного края до другого моргнула и исчезла, так и придет Иисус. Я к чему все это вам сегодня говорю, слушающие меня? Иисус придет совершенно неожиданно. Но ты должен усвоить следующее. Он обязательно придет. Повернись к тому, кто рядом с тобой, и скажи: он обязательно придет. Самое величайшее ожидание всей земли на протяжении уже 2000 лет люди, живущие на земле, ожидают его, ожидают прихода Иисуса Христа. Мне так хочется донести до вас основную мысль. У каждого из вас, слышащих сегодня это слово, должно быть все готово к тому, чтобы, когда Иисус придет, ты был готов встретиться с Ним. Мы можем много рассуждать, что значит в духовном мире масло, которого имели запас. Но я вам хочу сегодня сказать простым детским языком. Это твоя вера. Прежде всего. Веришь ли ты, что Иисус Христос придет? Если ты веришь, ты должен иметь дерзновение говорить это с радостью, а не с трепетом и страхом. Когда спрашиваю у людей: ты веришь, что ты спасен? И смотришь ему в глаза, у многих бегать начинают глаза. Они не знают, как сказать то, что он действительно чувствует. А вдруг не до конца спасен? А вдруг я еще что-то там? А вдруг... А неверующие люди, которые никогда не каялись перед Богом в своих грехах, те вообще говорят следующее: как Бог усмотрит. Но я вам хочу сказать, Бог уже все предусмотрел. Единственным, что является гарантией твоей встречи с Иисусом, это твое покаяние. Это твоя чистота. Это то, что ты свободен от всех грехов, что ты попросил у него прощения, и он тебя простит. Все должно быть заранее к его приходу готово, иначе в тот день, когда это случится, ночью, неожиданно, поздно бежать в магазин за маслом, поздно бежать в церковь, потому что она будет восхищена, поздно готовиться и каяться. Время настало.
Я хочу вам сказать, драгоценные братья и сестры, я старался сегодня сказать простым языком, этот день прежде всего обязательно наступит. Второе, что я хотел вам сказать, что Иисус обязательно придет. И третье, что я хочу сегодня вам сказать, вы должны понимать, вы, христиане, должны понимать, что 2000 лет назад на кресте Голгофском Иисус Христос умирал не просто так. Не просто так. На том кресте или на другом кресте за свои грехи должен был быть казнен ты, потому что наказание за грех – смерть. Кто из вас без греха? Поднимите руку. Есть ли в этом доме хоть один, кто без греха? Мы недавно были с моей супругой на одной евангелизации. На этот вопрос поднял руку один человек. Человеку примерно 35 лет. Я, честно сказать, растерялся. Я не знал, что мне говорить дальше. После служения пастор сказал, что у этого человека не все нормально с психикой. Она наркоман с довольно серьезным стажем, и психика расшатана, и она порой говорит такие вещи, которых, ну, просто... И я тогда еще раз в своей жизни понял, что называть себя безгрешным может умалишенный человек. Я вам хочу сказать, если в этом зале нет никого без греха, значит, все мы обречены были бы на смерть. Наказание за грех – смерть. Но мы-то с вами знаем, потому что Бог не скрыл от нас самого главного, что спасение наше в Иисусе Христе, который был распят на кресте Голгофском за наши с вами грехи. Как говорит Писание, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, всякий, поверивший в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ты, я, все мы, это не всякие, это дети Божьи. Иисус Христос умер за нас на кресте, заплатив за наши с вами грехи. Я виновен в том, что я грешил, потому что я сам это выбирал. А Иисус, зная, что моя кончина будет ад, сказал: Сережа, я за тебя понесу это наказание, а ты живи для меня. Точно так же ты можешь сказать для себя: Иисус умер за мои грехи, и мне не нужно умирать за свои преступления, мне нужно лишь только одно – поверить в Иисуса, в Его жертву. Ожидание Иисуса Христа – это самое большое ожидание всей земли. Люди Его ждут, но день этот наступит совершенно неожиданно. Твое масло – это твое покаяние. Тебе нужно покаяться перед Господом в своих грехах и дальше усовершенствоваться, начиная ходить в церковь, начинать читать Писание, молиться, чтобы ты преобразовывался и становился все более и более похожим на Иисуса Христа. Дорогие братья и сестры, впрочем, я сегодня вам донес то, что хотел уже сказать. Сейчас мы будем с вами молиться и просить у Господа о том, чтобы Он простил наши грехи. Но ты готов встретить Иисуса Христа? Хочешь ли ты этой встречи или ты боишься ее? Я хотел бы тебя упросить сегодня ожидать этой встречи и, смело глядя в небеса с церковью Иисуса Христа, просто крикнуть в небеса: «Гряди, Господи Иисусе!» Готов ты это сделать прямо сейчас? Не сильно так. «Гряди, Господи Иисусе!» Иисус придет, обязательно придет. Послание Петра, второе послание Петра. Прошло 2000 лет с момента, когда Иисус сказал эти слова и рассказал эту притчу. На земле многое происходило. Войны, катаклизмы, эпидемии, землетрясения, цунами. Уничтожались тысячи, тысячи, тысячи людей, миллионы. И можно было бы сказать: Иисус, вот это и есть последнее время. Но время шло, а Иисус не приходил. Он задерживается, но Он придет.
Самое главное, братья и сестры, чтобы слушающие сегодня это слово не усомнились в правдивости этих слов. Я хочу вам сказать, прежде чем прочитаю место из 2 Петра, он не идет, потому что дает шанс. Он бы давно уже мог прийти и положить конец этому беззаконию. Но Иисус Христос ждет, чтобы как можно больше людей услышали Евангелие и приняли решение покаяться в своих грехах. Второе послание Петра, 3 глава, 9-10 стих. Давайте с 8. Когда же это будет, Иисус? И какие признаки того, что ты придешь? Спрашивали ученики. Когда это будет, спрашиваешь ты, слушающий меня сейчас? И я тебе хочу сказать, я не знаю. Но Иисус говорит, одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как 1000 лет, и 1000 лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Чисто по-человечески, рассуждая как человек, я множество раз моделировал ситуацию, как бы я поступил, как бы я поступил в подобного рода истории жизненной. Я прихожу к выводу, что я, как человек злой, взял бы давным-давно этот лист, на котором нарисована была прекраснейшая картина, но людьми она испорчена до неузнаваемости. Я бы взял этот лист и скомкал, как неисполнившийся, неудачный проект, и выбросил бы его. Я бы давно сказал, так, достаточно издеваться надо мною, достаточно гнать меня, хулить мое имя, говорить, что меня нет, злиться на меня за то, чего я не делал, достаточно. Я ложу в слове своем, точку ставлю. Земли больше не будет. Кто готов к встрече со мною, тот будет со мною. Кто ненавидит меня и противится мне, в ад уйдут. Но Бог, к моему величайшему непониманию и неразумению, но в то же время к огромнейшей радости моей, не делает так. Он долготерпит, как некоторые думают. Он терпит и ждет. А не покаятся ли еще Марфа, София, Николай, Сергей? А может быть, они услышат еще меня и решат изменить свою жизнь, чтобы не быть в аду, а быть со мною в раю. Потому что, когда я приду, каяться будет поздно. Я хочу, чтобы все спаслись. Итак, возлюбленные, ожидая сего, почтись явиться перед Ним неоскверненными и непорочными в этом мире. И долготерпение Господа нашего почитайте спасением. Переведу на простой язык. Итак, возлюбленные, говорит Господь, заботьтесь о том, чтобы вам быть готовыми встретить Его. Заботьтесь о том, чтобы становиться добрее. Заботьтесь о том, чтобы учиться прощать и любить. Думайте о том, как сделать этот мир лучше. И долготерпение почитайте спасением. Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены о сём, то есть предупреждены, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждениями беззаконников и не отпасть от своего утверждения. Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь. Итак, вы,
предупрежденные об этом. Парадокс знаете в чем? Никто из вас, слышащих меня сегодня, уже никогда не сможете сказать: «А я не знал». Заботьтесь о том, чтобы изменить свои жизни. Это касается не только неверующих, но касается и верующих, братьев и сестер наших. Еще раз простыми детскими словами. Нам всем нужно покаяться. Прежде всего тем, кто еще никогда не делал этого. Я знаю, что в этом зале сидит множество людей, которые еще никогда не просили у Бога прощения за свои грехи. Просить прощения не стыдно. Стыдно грешить. Я хочу вам еще раз сказать: ответственность за грех – смерть. А спасение через Иисуса Христа, но только через покаяние. Поднимемся на наши ноги, драгоценные братья и сестры.